Вот опять мы из-за тебя влипли. А ну молчать! Да. Вот к чему пришла Франция. Паразиты обескровили революцию. Привет всем уважаемые подписчики, ну и конечно же привет всем зрителям моего канала. С вами Димка, и я продолжаю прохождение игры Кредо Ассасина Единство. Желаю всем приятного просмотра. И наше задание, друзья, убить Латуша, наконец-то. И дополнительных два задания. Убийств выстрела в голову надо сделать 3. И скрытных убийств надо сделать 4. Ну и как вы видите, Арно же при полном наряде. Что ж, начинаем. Тебе пора. Хочешь поговорить, зайди позже, я буду ждать. Держись. Все, последний раз предупреждаю. А может и нет. Так, давайте посмотрим, где наш стрелок. Но не стоит. Так, у нас здесь две подходящие цели, я смотрю. Один за домом вообще далеко, что нас не услышат. И шум толпы в этом нам поможет. Ну и давайте здесь посмотрим. До этого, конечно, вряд ли я дострелю. Хотя вот подходящий как раз замечательно. Ай-яй-яй-яй-яй, это как так? Как ты, такой глазастый, что ли? Тогда получи. Еще один. И последний. К сожалению, с первого раза не попал. Так, и теперь приступим к скрытным убийствам. Так, вот первая подходящая цель. Давайте к ней доберемся. Так, первый готов. Давайте посмотрим, куда он отправится. Так, ну что ж, посмотрим сейчас, что там с той стороны. Ну, по-моему, там открытое окно, друзья. Сейчас придется его дождаться. И это будет наша вторая жертва.
Ну давай, не заставляй меня ждать. Наконец-то, вот он идет. Вот замечательно, наверху еще у нас есть клиент. Тихонечко. Так, посмотрим. По-моему, он туда заходит за этот угол. Дядя, отойди отсюда, не мешай мне работать. Alors, je doute qu'il a envie de voir qui que ce soit en ce moment. Quoi que vous vendiez, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes en... Давайте лучше здесь займем позицию, потому что тут гражданские подняли хаос. Pourquoi vous ne vous servez pas de la porte comme les gens normaux? Хотя не привлекли его внимания. Pourquoi que vous vendiez? Вашим соратникам нужно что-то есть. Quelques pièces. Вы же крадете еду, вот крысы. Почему? Лишь из алчности. У вас нет благодарности за данную вам свободу. Арно, отлипни от этого окна. Вот порой просто бесит. Вылетаете детей Франции будущего. Всех вас ждет суд. Детей осужденных. Так, придется громилу этого убрать. И давайте доберемся до наших старых приятелей, которые в клетке сидят. Пожалуйста, нас ведь убьют. Шевелитесь! Богом клянусь, вам лучше отойти. Что это? Так, ну что ж, успокаивайтесь, а то вас чересчур много. Так, возможно, удастся привлечь его внимание. Только не двоих сразу, а то повернули сюда вдвоем. Давай, давай, смелее.
Так, ну будем считать, что выполнили. Ради Христа, я украл кусок хлеба. Радуешься? Спасаю. А дверь? Ключ у кого-то из стражи. Ну, должен быть. Я вас понял. Слышали? Так, понятно. Давайте, друзья, заберем ключик. И нам придется вернуться обратно. Здесь по старой схеме, в принципе, никаких затруднений, я думаю, не возникнет. Так, ладно, он пошел уже, я хотел, думал, побыстрее закончить, ну ладно. Я был у твоей таверны прошлый. Так, и теперь давайте вернемся. Так, и что? Это называется спасать. Зачем? Я считаю, что тупость, невзирая на все свои многочисленные недостатки, не является тяжким преступлением. А? Просто отойди и пропусти меня. Дальше! Пошли! Тебя знаю, а? Вряд ли. Нет, нет, знаю. Ты пьянец. Вижу тебя. Я... Боже, видимо, так и есть. Это твоя смерть. Уволен? Но за что? Мсье Латуш, ваш донос изобиловал ошибками. Мсье, я... трижды проверил все цифры. Ошибки нет. Из казны Его Величества пропало 10 тысяч ливров. Мне жаль, Латуш. Удачи. Месье Латуш, вы занимаетесь налогами? Да, месье. Мне нужен такой человек. Паразитизм чистой воды. А это что? Это когда жадные подонки гребут все под себя. Знаю вы хоть часть того, что знает наш главный. Так-так, и кто же для тебя главный? Отлично. Да направит вас отец понимание. Да направит вас отец понимание. А какова ваша воля, магистр? Вы поступаете в распоряжение нашего агента в конвенте. Лепелетье? Нет, Лепелетье полезен. Но он не единственный. Месье Латуш, знакомьтесь, Максимилиан де Робеспьер. Месье, я вижу, Версаль заполонили паразиты. Так, а теперь отсюда ноги надо делать. Ох, как их много. Так, ну вроде бы оторвались. Часть 11. Воспоминание 2. Карьера ассасина. Воспоминание завершено.
И мы продолжаем. Они снова за нас взялись. Черт, как не вовремя. Работаю над этим. Мы уже близко. Конфликт Арно и Жермена будет длиться несколько месяцев. Но мы не знаем, где и чем он закончился. Тебе предстоит это выяснить. Готово. Портал открыт. Если повезет, это твой последний переезд. А если нет, получишь гипокомпальный шок и будешь жить на внутривенном питании до конца своих дней. Давай думать о хорошем. Давай, давай, Арно, быстрее, быстрее! Это место может показаться тебе знакомым. Париж, конец 14 века. Ты находишься за городской стеной. Найди проход внутрь. Так, ну что они тут проломали, да, проем? Ну, значит, нам сюда. Ай-яй-яй-яй. Да, неожиданный был поворот. Да я заметил, как она нестабильна. Боже, что это происходит? Так, ну давайте уваливать отсюда. Да, жесткая там была нестабильность, друзья, но это уже не от меня зависело. Средневековый замок, да? И вот портал. Катапульты, блин, давай, Арно, ноги в руки и текать отсюда. Уже почти. Ого. Так, надо прятаться за укрытие. Ого. Понятно. Больше нету укрытий. Иди на голос. К выходу, быстрее!
посвященный. Почти все. Скоро будешь дома. Сейчас в Париже многое изменилось. Надо менять это обратно. И к Жермену мы не приблизились. У меня есть зацепка. Одно имя. Кто? Робеспьер. Часть 12. Воспоминание 1. Высшее существо. Уровень сложности 5. Ничего себе. Но это, друзья, мы увидим уже в следующей части.